Рыбинспекция. Которые на Запорожце приехали. Да, в этом сошел по цыке. Да, на безрыбье. На безрыбье окунь рыба. Фото. Где моя зеркалка? О, какой красивый. Оп. О, зато чем мне нравятся одинарные безбородочные крючки, что их не нужно из-под цека. Из-под цека выпутывать, да. Да. На блестяшку с красной задницей. Это не щучка? Что это такое? Похоже на щучку, слушай. Ага, щучка. Ага. Так, щучка. Оп. Ну и слава богу. Да. Это хорошо, что не откусила. Ого, хороший. Ага. Хороший. Хороший голавлик. Вот воздух. Оп, все. Есть. Хороший. Да. Опа. Да. Дай мне плоскогубчики с в кармане в боковом. А, вот они. Ну не захватил, но я ж руками туда не полезу. О, сейчас я его сниму. Стоял рядом с отдыхающими. Зато мы замаскированы их шумом.
вот он, собака сошел. Видел? Наш. Очередная поклевка. Стоит на своем рабочем месте. Клюнет, вот он. Вторая поклевка. Тройничок поменяли. Может, он меньше, чем предыдущий. Сейчас посмотрим. Может, может. Потом. Хорошо, хорошо. Да. Ого, посмотри. Да. Да. Да, и сошел с крючка. Сошел в этом, да? Подсоки уже, да. Вот такой он. Голавль. Боец. Да. Вот он. Вот почему сошел. Ну зато какие поклевки. Ох, сегодня он бойкий. Ох, бойкий, пап. Такие удары в руку. Это неосторожное пощипывание. Это неосторожное пощипывание, как раньше. Это берет сходу резко. Вот он. Не, это окунь. Это окунь. Но окунь тоже неплохо. А, это же, наверное, вот та коряга. Которая обрезали, да? Ну, которая на завале там была. Так. Дай-ка я тебя сфотографирую. Красиво. Блин, вход. Да, сегодня день сходов просто. Ага. Это окунь. Это его место. Не сопротивляется. Это окушок. Оп. О, какой. Ну что, пусть гуляет. Не, его даже фотографировать не стал. А просто. Вот там наши любимые ветки. Попался. Ага. Да нет, что-то более мелкое. Да, не, это микроголавль. Аккуратненько сейчас. Ой-ой-ой.
чтобы не повредить. Оп! Что-то она там на вершинке прицепилась. Ну так, есть воздух нормальный. Здравствуйте. Дожди шли. Должно было после дождей все устаканить. Вот он. Это. Ой, окунь, похоже. Ага. Похоже, это окушок мелкий. Ага. Сейчас вот тут подкину.